Дней веселый хоровод остановится вот-вот. Что тогда я делать буду? Где душе найду оплот? В том же самом райсаду вряд ли я его найду. Фейс-контроль там больно строгий, и его я не пройду. Там мужик один сидит, за входящими следит. Он у них охранник, типа, больно с виду уж сердит. И он спросит: ты куда? Тут таких, как ты, орда. И забудь сюда дорогу, раз, мужик, и навсегда. Уходи-ка ты добром, или я, не будь с Петром, так тебя отштукатурю, что не описать пером. Отхерачу от души до кондиции лапши, а потом, мужик, хошь в Страсбург, хошь Медведеву пиши. Я от страха обомру, но скажу на то Петру, что такая перспектива мне совсем не по нутру. Раз такой тут отворот, мне дается отворот, не сюда мне, значит, надо, а совсем наоборот, потому что, говорят, там в огне хоть и горят, но мужик на вахте добрый и пускает всех подряд.